описали тут некий процесс, и вы сказали, что мы не хотим слышать то, что мы объединяемся, что мы, скажем, приходим на урок, каждый получает пробуждение. Мы соединяем все эти пробуждения в одну большую потребность и обращаем это к Творцу. И тогда вместе поднимаемся в более постоянную связь с Ним. Скажем, а вот это состояние в том, что мы теряем, да, после урока и связь друг с другом, иногда и связь с Творцом. Важность падает, и мы снова впадаем в обычную жизнь, животную, ну, может быть, там на несколько минут, часов. Допустим. А я хочу знать, вот, скажем, сейчас нам удается в чем-то сейчас вот это сделать, объединиться и обратить нашу связь к Нему. Как? Ну как? Если на секунду даже вот нам удалось, как нам это сохранить, чтобы это стало постоянной точкой на фоне всех меняющихся состояний у каждого? Как сохранить это постоянство? У вас есть совет? Держаться зубами, буквально, руками. Всем желанием за точку объединения и за Творца и не отпускать эту точку, и не важно, что бы он с нами ни делал. Скажем, сейчас есть товарищи. Вот я смотрю с вами материальными глазами, вижу, как товарищи прикладывают усилия, стараются, и вот каждую секунду сохранить эту вот силу группы, чтобы быть вместе с ним, это вот то, что... Насколько возможно. А что вы делаете, когда вы один? Как вы привносите эту силу и не оставить это? Ты соединяешься с ними, ты уже был соединен, но ты связываешься с ними. Ты хочешь их почувствовать, их сердца, насколько они стремятся к цели творения.